Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Железный Десант. 345 монет. Ну что я могу взять? Да ничего. Не хватает мне. Ладно, здесь получаем ядовитую бомбу. Кстати, две штучки. И все. Больше у нас ничего нету. Ну что, давай посмотрим. Тварь у порога. После видений на Империи Софа сообщил, куда теперь направляется Вестник. По его словам, мы найдем Вестника на планете Лайман Икс, окруженной туманностью, которая препятствует работе навигационных систем. Вскоре после того, как нам об этом рассказал Софос, мы обнаружили на Лаймане Икс присутствие врагов. Нет сомнений, что Вестник использует пустоту, чтобы доставить туда нечто омерзительное из другого мира. Нельзя допустить, чтобы Вестник привел в нашу галактику этот кошмар. Победите Вестника. То есть босс, что ли, будет у нас? Ну что ж, давай посмотрим на этого Вестника. Блин, мне, наверное, надо было взять с собой турельки на всякий случай. Ух ты. Ты окружен, Вестник. Ты поплачешься за уничтожение Империи и искажение сущности ее обитателей. Ты не понимаешь, я веду свой народ к следующему этапу эволюции. С истинным владыкой пустоты я сумею достичь своей цели. Фига тут. Из земель и времен сквозь звезды пришел я, откликнувшись на зов. Ох ты. Победите Вестника. А что? Я так понимаю, надо именно так делать, да? Так, подожди, а ты хоть что-нибудь-то будешь вообще делать? А? Мунусай. Непонятно. Что он хоть делает? Он хоть призывать там что-нибудь будет? Так, нам надо призвать. Давай вот этих, наверное, я призову. Пускай строчат. Кстати, ему... Ты не сможешь мне помешать, я превращу Империю в величайшую расу во вселенной. Я видел героев и живых легенд, и вы на них не похожи. Опа. А я-то уже обрадовался, думал, что все. А тут, как мы видим, далеко еще не все. Так, нам нужно... Так, что, нам опять кого-то дают, да? Ну, сойди, разберись с ним. Давай быстрее. Наказывай его. Ну... Так, что на этот раз? Тебе не остановить неизбежное. Я не позволю тебе нам помешать. Вы утомили меня. Прочь с моих глаз. Еще одну достал. Ёк-макарёк. Вы утомили, говорит, меня. Че ты орёшь-то, ненормальный? Ну, с этой будешь его бомбить или нет? Так, десант, вы строчите по глазам-то ему. Так, черная дыра, достижения получили. Фига он там уничтожать. Мои войска-то посмотри. Ты хочешь сказать, что на один раз и все?
Ты погляди, что он вытворяет. Отойдите оттуда. Да ё-моё, я не успел, ребят, убрать его. Глупцы, что вы натворили? Победили, что ли, мы его? Да ну, не может быть. А что такой? Просто легенький, ребят. Я там рассчитывал на битву. Продолжайте стрелять, и я вернусь. Чух-чух, тут щупальцы все подбивали. Храните останки в безопасном месте, где на них никто не доберется. Так это мы говорим этим ученым. Примите мою благодарность за спасение нашего народа. Не нужно. Что дальше? Для большинства непростой обратный путь к просвещению. Ну что же, пускай просвещаются. Нам удалось справиться с темными империями. Осталась последняя угроза вторжения Рад. Так, небольшая группа повстанцев народа Рад отправила нам послание с просьбой о перемирии. Они выступают против агрессии своего народа и хотят примкнуть к нам. Рад почти истребили мой народ, можно ли им доверять? А мы договорились встретиться на поверхности планеты Квиджуан. Планета достаточно далеко, чтобы другие Рад сумели их обнаружить. Внимание, Рад обнаружили революционеров. Им нужна наша помощь. А кто бы сомневался, ребят? Кто бы сомневался? Как только все идет хорошо, сразу же начинает какая-то пакость вылазить. Какие-то революционеры теперь в опасности. Нужно им помогать. Фига планета такая, как ракушка какая-то, да? Выглядит прикольно. Ну что же, опа, это что за значок такой? Это же наш значок, наш позывной железного десанта. Так, 2 очка техники. Это уже приятно. Что мы можем прокачать? Да дофига, чего мы тут можем прокачать. Это что у нас при продаже? Я понял, это все бойцы и техника, с которой с некоторой вероятностью наносит двойной урон при атаке. Давай-ка мы, наверное, это и выучим. Пускай с некоторой вероятностью, но лучше так, чем никак. Нет, это я не буду брать. Что у нас тут? Вообще все по нулям. Возьму-ка я, наверное, и куплю одного дрона. Он нам не помешает, это уж точно. А, у нас 4 ядовитых. Возьмем так и вот так вот. Ну что, я готов, в принципе. Хотя, подожди, у нас тут 2 достижения выполненных. Так, 195 кредитов. И... Подожди, 195 кредитов и больше ничего нету, что ли, да, получается? Ну что, давай смотреть. Мы прихватили зашифрованное послание Рад, которое содержит ценнейшую информацию. Не все представители народа Рад поддерживают вторжение. И те из них, кто занял нашу сторону, сообщили о скором прибытии на планету Верховного Командующего Рад. Они располагают бесценной информацией, которая поможет нам его победить. Но Рад перехватили нашу передачу, и сейчас они отправили отряд, чтобы уничтожить отступников. Мы должны спасти наших новых союзников. Их информация очень важна для нас. Все это может оказаться ловушкой, но если они нам не врут, то мы, кажется, нашли единственный способ выиграть эту войну. Командир, нам нужно это преимущество. Наши силы на исходе. Защитите обе базы от Рад. Ну что же, сейчас придется нам обороняться. Обе базы защищать будем. Ну, я думаю, нам по силу. Вот единственное, что, конечно, мой главный персонаж может находиться только на одной базе. Ох, ё-моё. Они тут между собой, что ли, дерутся? Найдите Рад рядом с базой. Так, найти Рад, это понятно. Я вначале здесь чуть-чуть обустроюсь, хотя бы капельку. Так, ну что, Мунисай, пойдем прогуляемся, может быть, где-то ресурсы найдем. Ничегошеньки пока здесь не вижу.
Показывает нам идти туда. Опа, а вот и ресурсы. Захватил. Там, кстати, обезьяна. Кто там? Миссия не на время? Нет, не на время, поэтому нормально все. Что за обезьяна? Вот. Постоянно их спасать надо. Так, что у нас тут? Давай посмотрим. Так, можно починить радар. А вон эта база, да? Кого возьмем? Наверное, десант. Давай, наверное, еще возьмем десанта. В скором времени враг может атаковать снова. Нужно подготовиться к обороне. Защитите базы от атак врагов. Так это получается типа наши друзья, что ли? Точно. Нам нужно здесь тогда базу свою поставить. А, я и ими еще управляю. Уже бегут. Блин, дрон-то где? Лечит, лечит. Правда, еле-еле. Так, еще и с этой стороны, да? Я приблизительно понял, что здесь потребуется нам. В общем, защищаемся. А радара не сломали. Мне вот это не нравится все. Пускай стоит. Так, нам бы добытчиков бы не помешало бы приобрести. А вот эти хорошо бомбят, кстати. Далеко. И мне это нравится. Давай сюда поставлю. И минное поле, чтобы минки у нас тут были. Так, и хилов. Пошли разбираться. Замечательно. Так, это добывает нам был. Так, теперь отсюда пойдет атака. Биобласт. Тише, тише такие. Но здесь у нас нет турели противовоздушной. Так, я буду надеяться, что их здесь и не будет вообще. Опа, порожек-таки заминировали. Нормально, нормально, так надо. Так, основная все-таки отсюда пойдет, да? Оух! Десантура. Десантура, вы чё? Так, поставим сюда хилищий луч. Щиты активированы, да? Вон они. Так, теперь с этой стороны опять. Давай, 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 бомби его. Вы достали, ребята. Так, здесь давай еще одного достанем. Добытчика.
Не понял. А это-то сфигали. Блин, они сейчас уничтожат меня. Вы не припухли ли тут, ребятушки? Отбились? Вроде отбились каким-то чудом. Уничтожили, блин, прикинь, уничтожили мне. В шоке, конечно. Два отряда не могут разнести. Ну это, блин, смех просто, ребята. Это еще кто-то выпускает. Да уничтожь ты вот этот крейсер-то, блин. И опять десантура стоит и ничего не делает. Слушай, они достали тут. Досконально, ребят, меня доколупали. Но тут тоже битва, блин, происходит, так что... Черт узнает, но здесь, по-моему, больше. Надо Мунусая сюда звать. Потому что они разносят нашу базу здесь. Давай, побежал. Офигею, блин. Мунусай, ну что ты там стоишь-то, блин? Ну... Больше летающих, что ли, нужно ставить нам, получается. Давай, давай, на мины, на мины. Я в шоке. Еще и там. Вот это я не могу понять, кто вот эту вот штуку делает. Два хилбота. Так, а там-то что у нас? Ну тут, блин, более-менее спокойно, ребят. Медики, вы бы отошли бы. Че, там опять атака? Так, десантура, идем сюда. Мортиру ставим. Слушай, Мунусай, разберись вот с этим, блин, он тут достал уже свою фигню отправлять на нас. Come, warriors of old. This will be a blast.
Хил-луч пускай будет стоять. Так, опять мразь это ползет. Так, ну тут благо все вроде бы нормально, ребят. Вот эти нам помогают здесь очень хорошо. Серьезные такие ребята. А вот здесь вот, блин, похуже все, конечно. 7 минут нам еще надо продержаться. Чувствую, сейчас в конце, ближе к концу, наверное, побежит на нас целая армада противников. Давай-давай-давай-давай, разбираемся с ними здесь. Так, да. Два хилбота. Там вроде бы нормально, теперь здесь надо хорошечно нам укрепиться. Хорошечно укрепиться, да? Вот это я не могу понять, что... Что он там выискивает, этот радар? Эй, инженер! Подбили инженера, бедолагу. Так, здесь норм. Здесь у нас прокачано все по фулке. Да, все отлично у нас. Мины, это прокачано, здесь прокачано. Тут нормально все. Прокачиваем тогда эту базу полностью и... И, наверное... А, армия у нас тоже по фулке. Надо пока применять, обойдемся. Или все-таки надо? Так, мины прокачали полностью. Мунусай, вот ты стоишь, вот тебе надо постоянно показывать кого-то бить. Сам ты нифига не пойдешь, да? Не будешь бомбить их. Так, здесь все норм. Да. Вон целая армия ползет. Уйди. Куда они побежали? Что-то не могу понять. Ну тут все хорошо. Ёк-макарёк. Чем меньше времени остается, тем, я смотрю, чаще начинается нападение вот это вот. Давай так сделаем. Там вообще какая-то резня капитальная идет. Ну, сэ, бомби этих двух. Красавчик. Добил, умница. Так, что здесь? Вроде бы тоже нормуль. Вы куда побежали-то, эй, дурачки? 4 минуты осталось продержаться. Ну, молодец, забомбил.
Теперь вот этого хлыща наш мелкого. А что это за фигня? Три минуты осталось. Блин, лучше бы он мины вот эти ставил сюда. Там они как бы... Тут мало никому нужны. Это что такое тут летает непонятно? Что это за маячок? Нормально он взорвался. Не, вот эти хлопчики вообще молодцы. Посмотри, как они четко рубят. Так, пошли летающие, короче, да? 2,5 минуты ждем. Что-то мне не разорваться и там, и сям. Че, они серьезно завалили моих этих? Мой железный десант. Так, металлолом, вознаграждение я получил. Ребята, меньше 2 минут осталось продержаться. Вот эти вот гады бесявые. Тут все прекрасно. Слушай, они что, возрождаются, что ли? Они возрождаются! А... Подожди, я чуть-чуть. 3 раза их нужно бомбануть, чтобы он уничтожился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Десантура. Давай, 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 пробиваем. Этот не справится с нашей базой, ее успевает захилять. Молодцы, дрончики справились. О, прям на нашу базу залетает, прикинь. И оживает. Ребят, 42 секунды осталось. По-моему, сейчас будет самый трэш, да? О, порталы уже тут. Мунусай, по-моему, нам надо сюда переходить с тобой. Давай вот этого вот. 16 секунд остается по времени. Уходим. Уходим. Отлично. Прошло 5 лет. Кто бы мог подумать, что мы будем сражаться на одной стороне с Рад. Мы пришли с предупреждением. Генерал Нексус вернется, чтобы завершить свое вторжение. Выходит, он выжил. Верно. Мы не поддерживаем агрессию нашего народа. Именно поэтому они нас преследуют. Времени осталось мало. Нексус телепортируется на планету Асендар. Поспешите, его нужно остановить. Мы благодарим вас за информацию и помощь. Теперь мы сможем подготовиться и остановить его. Отлично. Ну что же, неплохо, я тебе скажу. Совет, время пришло, Нексус уже в пути. Но он уже много лет как уничтожен. Он не просто выжил, но и стал верховным командующим Рад. Революционеры Рад сказали нам, где высадится Нексус. Да, он направляется на Асендар. Нужно подготовить все оборонительные системы.
Прямо сейчас я чувствую чье-то жуткое присутствие. Внимание, на орбите Асендара обнаружен мегапортал РАД. Вот так вот. Мегапортал. Ну что, перелетаем, получается, тогда, да? А здесь защитили. Вот она. Фига там. Мегапортал, действительно. Звезда смерти. Одним словом. Так, кредиты и технические очки. Кредитов, само собой, мало. Технические очки. На что бы потратить? Надо что-то, наверное, на юнитов. А у меня, так, скользкая граната увеличивает на 10% в области действия урона по области бойцов и техники. Вот это вот, наверное, прокачаем. Так, денег не так уж много, но на одну турельку мне хватит. Достижение где? Покажите мне, пожалуйста. Вот, награда. Одно очко техников. Понятно. А здесь что? Получить. Два боевых модуля у нас получается теперь. Два боевых модуля. Так, осколочная граната. Давай тогда вот так вот. Сколько там получается? 30% по области. Ну что, друзья, вперед из песни. Время пришло. Nexus General Rad. Много лет назад побежденный на Бориалисе вернулся. Он собирается закончить начатое и уничтожить Асендар, главный штаб Федерации. Вы должны победить Нексуса раз и навсегда, так чтобы он больше никогда не смог вернуться. Вам поможет один из наших союзников из рядов Рад. Время пришло закончить эту войну. Победите Нексуса. Окей, давай посмотрим. Кто такой вообще Нексус? Оу! В пятом цикле я наконец-то завоюю эту галактику. Нет, ты больше не сможешь нести ужас в этот мир. Сначала я поставлю всех на колени, а потом разберусь с тобой и твоими мятежными дружками. Победите Нексуса. Что это за капсула такая, не могу понять. Не могу понять, она меня, что ли, преследует? Она бомбит, что ли, по мне? Что-то нас всех в одну куда-то кучу стягивает. Еще не легче. Так, он... Ты посмотри, нас всех стягивает. Что, он ржет, ты идиот. А, он убил все-таки моего бота, да? Пускай охотятся за призраками. А я не могу почему-то дронов вызывать в помощь. Так, сейчас у него осталось немножко хп. Но это, мне кажется, первая только фаза. Но да, ну быть не может такого. Ага. Вот, началось. Сейчас будет жестить. Летать по всему полю, да, будет? Что это такое? Захватите все терминалы шахт. Эй! Я примерно так и думал, что будет. Уходите, уходите. Ты посмотри, что вытворяет. Просто давит базу мне.
Пипец. Так, ладно, давай туда. Наша цель — захватить. Так, здесь почти захватили. Есть, один наш. Сейчас второй будет так. Блин, а тут-то. Так, здесь тоже захватили. Так, давай убегай. Пускай он за тобой бежит. Ауч. Но эти намного медленнее бегут, поэтому сейчас тут разбомбят. К сожалению. Видишь, круги там наяривает. А у нас тут портал прям перед носом вылез. А куда он улетел-то? Не, он тут, дурик. Так, захватываем, захватываем. А это боеголовка, что ли, какая-то? Не надо сюда идти. Захватили все три. Что это за устройство? После всего этого ты просто промахнулся? Ёх, макарёк. Что он вытворяет? Да ё-моё, нифига. Короче, он создает поле. Этот неплохо бомбит, кстати. Так, 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 смотри, 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 поле разрастается. Ага, понял я. Или не понял, ни шиша. Давай, руби его. Уходи отсюда. Он хочет замкнуть. Да блин! Да выйди ты оттуда-то! Есть! Как его призраки, а? Хорошо бомбануть. Это все, что от него осталось. Это все, что от него осталось, сосунок. Победа! Ура! Мы победили! Да! Он пал. Нексус пал. Открыть порталы. Все назад! Вылетает, короче, все. Мы перед вами в долгу, капитан. Не стоит. Для меня это большая честь. Надеюсь, они сумеют принести мир своему народу. А пока... Вечеринка! Народы галактики! С невыразимой гордостью я объявляю, война окончена. Отпраздную мир, воцарившийся между планетами. И все ребята, все фракции начинают отмечать. Ну что ж, друзья мои, как вы поняли, мы с вами прошли железный десант вторжения. Игрушка понравилась, жалко, что, конечно, коротенькая. И, конечно же, что мы не посмотрели всех персонажей, которые бы мне очень хотелось бы заценить. Но ничего не поделаешь. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Космическая станция Авалор, экипаж 1500. Kingdom Rush играет. О, нет.
Космическая станция Авалор, экипаж неизвестно. А ведь ему сказали смотреть за пробирками внимательно. Вот олух. В общем, это дали нам отсылку на продолжение.